субботу в Самарской области облачно и дождь. Температура воздуха плюс 12, плюс 15. Днем, ночью 8-10 выше 0. Юго-западный и западный ветер 5-7, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани облачно и дождь, днем плюс 11, ночью плюс 8, северо-западный 5 метров в секунду. В Тольятти облака, дождь, днем 12, тепла, ночью 9, выше 0, юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет дождь, днем плюс 12, ночью всего лишь 9, тепла, западный ветер 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 71%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.